Но глава государства Нурсултан Назарбаев будет баллотироваться на следующий президентский срок. Такое мнение в ходе онлайн-конференции на сайте Гульжан.орг озвучил его советник Ермухамед Виртызбаев. Кроме того, следующая предвыборная гонка будет более напряженной, сообщил высокопоставленный чиновник. Большое значение сыграют финансовые возможности кандидатов. Также Акурдинский Соловей сегодня не исключил отставки правительства в ближайшие сроки, но отметил, окончательное решение останется за президентом. Я говорил с президентом на эту тему, имеется в виду его предстоящие планы на ближайшие 10 лет. И он сказал, до 2016 года вопрос закрыт. Вообще индустриально-инновационная программа на ближайшие 10 лет рассчитана. Если силы будут и желания, то я не исключаю, что он еще раз будет баллотироваться.